За друзей, за друзей поднимаем бокал. Здорово, чуваки! С вами рэпер Трейдер. Заехал ко мне кореш на хату. Здорово. Говори. Здорово, чуваки. Имя твое говорить? Мое имя? Да. Думаю, что нет. Не надо его имени. Видите? Я ему отдал очки, вот. Я сегодня без очков, он в очках. Короче, что мы сегодня будем делать? Будем сегодня зарабатывать... Сегодня будет торговать мой кореш, будем зарабатывать $10, да? Ну, максимум 10. Да, мы ставим себе цель. Вот у меня сейчас, я пополнил счет, видите, 75 на счету. Будем 85. Так, итак, давайте насчет ставок. Первая ставка $3, вторая $8, третья 18 и последняя $46. 4 у нас ставки. Можем проебать, но мы не проебем, мы четкие чуваки. Так, все, давай, торгуй. Фух, ну что, начинаем. $3 стоит. Так, $3 стоит, что делаем? Ставь выше или ниже. Вот, вот видишь график, как ты думаешь, да. Куда он пойдет? Это рубли или доллары? Это доллары. Доллары. Не-не, это евро к доллару. Евро к доллару. Так какая разница, евро... Бля, что делать? Ну давай. Ставь, куда ты думаешь пойдет график? Я думаю выше. Так ставь выше. Нажимать выше? Да. Нажимаю. Поехали. Вот, $3 поставили. Три поставили. Так, ну я бы поставил, конечно, ниже, потому что он уже на уровне, но это такое. Посмотрим. Да. Так, и нам нужно что-то говорить эту минуту целую. Блядь. Так оно может все в последнее время измениться. Но если мы потеряем эти бабки, то что будем делать? То будем повышать ставку. Значит, будем повышать, а потом делать то, что доллар упадет. Нет, опять можно ставить выше. Вот, это такая вот лотерея. Вот, видите, я дал человеку, вообще не разбирается. Там будем сейчас торговать и зарабатывать. Надеемся, что будем зарабатывать. Конечно, будем зарабатывать. Вот, график упал. То есть надо было ставить ниже, да? Да, типа. И он падает, и падает, и падает, да? Нет, может сейчас повысится. Так, все, слетаем. Подготавливаем новую ставку на $8. Все. Сейчас жди, 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 жди. Все, то ставку проиграли мы. Ставь $8. Ставлю 8. Уже стоит 8. 8 есть, да. Да. Куда ты думаешь пойдет? Выше, ниже? Ну, если он постоянно падает, то значит ниже ставим? Не знаю. Может и подняться сейчас. Ставь, как ты, как чувствуешь. Так, что делаем? Пробуем выше, ниже. Пробуем ниже в этот раз. Вот, бери, моя сумма. Моя сумма. Все, $8 мы зарядили на низ. Так, это я уже видео, ребята, записываю с новой хаты. Вот у меня гирлянда там, видите, светится. Курим электронную сигарету. Гирлянда светится и днем, и ночью. Да, я ее не выключаю. Ну неужели он повышается? А он повышается, вот такая. А он повышается. Все, ребята, по чесноку. Сейчас вот сольем эти бабки, все, выложу это видео. Все по чесноку будет. Ну как так? Да нет. Да все будет сейчас нормально нести. Все, блять, хуёвый у меня ирокез стоит. Сейчас он в последнюю секунду и опустится. Опа, начинает нам вести пока. Давай. Поднялся, блять. Поднимается. Вот зараза. Так, опять мы проиграли. Ах, могли только что выиграть. Так, проиграли. Уже ставим $18, блин. Ставь 18. А ё-моё, даже что делать? Капец. Просто ни с чего мы свои деньги вливаем и хотим отыграть их, но что-то не получается пока ничего. Давай, давай, ставь. Тут он пока на уровне. Повышается или понижается? Что будем делать? Думай, давай. Думай. Ставь ты. Я вот не... Давай, давай. Что делать? Я думаю, что... О, давай. Повышаем. Или понижаем. Ну, как хочешь. Давай, давай. Все, ставь сейчас. Сейчас, быстро. Все. Нет. Короче... Блять, это... Составь... Выше. Моя сумма, моя сумма. Взяли мы на повышение.
Ну, ты, конечно, ставишь, типа, как бы противоположное мне, типа, я бы ставил сейчас на понижение. Потому что, смотри, это, типа, уровень, понял, да, уровень? Да. От него цена отскакивает, и... Ну, оно постоянно по-разному, понимаешь? Оно по-разному, но... Видишь, вот здесь был уровень, да, отскочило, оно пошло вниз. Опять, смотри, дошел, видишь, он выше не поднялся. Да. Оно, конечно, сейчас может подняться в любой момент. Но ты уже тупо три ставки слил. Сейчас, может оно, конечно, и подняться, но... Короче, я остаюсь в долгах. Да, все, у меня сейчас будут висеть эти все деньги, я еще и посчитаю. Короче, все эти бабки я буду им должен, и все. Ну, повышайся. Да давай, ну, родной, ну. Видишь, оно не стреляет, и все. Вообще не стреляет вверх. Конечно, это жопа, бля, я бы тоже вниз сейчас поставил, но это жопа. Короче, ребята, мы выходим на последнюю ставку в 46 баксов. Проебываем эту ставку, проигрываем все деньги. Что это такое, блин? Какая академия, блин? А, все. Последняя ставка, народ, блин. Не думал, конечно, что... Я не могу так ставить, потому что я все проигрываю. Бля, не думал, конечно, что так мы видео будем, все проиграем. Видишь, оно падает, оно отскакивает, типа... Так, все, давай, ставь еще раз последнюю. 46 баксов, чувак. 46 я не могу рукой дотронуться до мышки. Это большие бабки, капец. Ой, блин. Ну, я думаю, так затащишь ты ее, конечно, эту ставку. Давай, все, давай, последнюю. Куда, вверх, что вниз? Что делаем? Не знаю. Опять решать. Ну, вот сейчас все равно он падает, постоянно падает. Ну, посмотри, как падает. Ну, падает, а потом, блин, будет... А сейчас будет повышаться. Хер его знает. Ставь, все, давай. Все равно там еще будет тебе сделку нужно подтвердить. Ну давай, не давай, знаю, что не делать. Тяни, не тяни, не затягивай видео, это не важно здесь ничего. Давай. Моя сумма. Ребята, зарядили мы 46 долларов. $46 зарядили, блин. Начинаю нервничать. Очень нервничаю. Уже три ставки проиграл. О, это очень хорошо. Начинаю нервничать, потому что это последняя ставка, и мы поставили нереально большую сумму. Если она упадет, и мы не сыграем, то это будет очень плохо в нашу сторону, но... Блин, да что ж такое? Ну, не падай, не падай. Мы должны рвануть. Давай, давай, родной, блин. Вот на вот этой ставке мы должны рвануть. Это 100%. Потому что мы нормальные чуваки. Да, по-другому. И у нас фон офигенный. По-другому никак. Давай. 100%. Да. Ну. Сейчас не падай. Наша ставка сыграет. Оно не упадет, все будет четко, потому что мы четкие. Вот, ребята. Это все фон. 82 бакса, блин. 82 бакса зарядили. Вот так вот мы сорвали. Так, а у нас цель 85, да? 85. Еще $3 осталось. $3 ставим. Так, осталось нам $3 заработать, и мы $3 ставим. Фу, наконец-то. $3 ставим и ставим на ниже. Все, поставили. Ну, сейчас будем смотреть. И сейчас будем добиваться нашей все-таки цели. 85. Смысл есть ставить. Смотрите, все-таки, видите, вот от уровня отскакивала цена. Видишь вот это вот? Ну, видишь, да, вот да. Выше она, вот это, смотри. Раз, два и три. Да. И ты вот здесь поставил ниже, и оно должно, да, типа... По-любому наверх, да? По-любому должно упасть. Но, блин, оно может и повыситься, блин. Может и повыситься. Ну, так. Мы дойдем до своей цели. То есть, как да, мы поставили цель, только $85. Больше не торгуем. Да. Пока что... Пока что непонятно. Непонятно. Прыгает и наверх, и на низ. Ну, в принципе, я думаю, что это тоже наша ставка. Сейчас посмотрим. Пока что повышается. О. Вот сейчас это наше. А-а-а. Это не наше. О. Так. Опять не оправдалось. А прогноз не оправдался. 3, 8. 8 баксов. 8 баксов. Заряжай. Вот сейчас идет на уровне. Давай, заряжай. Сейчас идет на уровне. Уже заряжать? Да, давай, сейчас. Вот так делаем. Моя сумма. Я думаю, что оно наверх не пойдет. Не пойдет по-любому. Ждем. Ну что делать? Вот, кстати, уже было пробитие. Видишь, уже вышло. Ага.
Ну такое, это все, ребята, все лотерея, это все эти графики, видите, ставим вот так вот, по-четкому, да? Ставим от понта и да. Надеемся, что мы сорвем этот куш все равно. Куш. 10 баксов, это нормальные бабки. Кто ценит такие деньги, у того будут большие деньги. Начинайте ценить $10, и тогда к вам придет большая сумма. Начинайте с малого. Что, опять повторяется прошлый сценарий? Что такое? Ай, ну и... Куда такое повышение? Так, опять 18 баксов. Я думаю, я не хочу доходить сейчас опять до 46 и нервничать. Неужели мы проиграли? Мы проиграли, давай новую заряжай. Можно не дождаться, заряжай новую. Куда ты думаешь, оно пойдет? Ну куда еще выше? А оно может вообще педалить вверх тупо, давай. Давай, ставь, ставь, ставь. Уже все 11. Равно я думаю, что ниже. Ну так давай ставь. Моя сумма. Вот этот тупой Алимтрейд. Моя сумма, да моя сумма. Он не может повышаться. Вот, чувак сказал, не может. Не может повышаться. О, завис, завис немного график. Он завис, потому что он сейчас будет понижаться и деньги капать нам на карман. Капают. По чуть-чуть. О. Он должен понижаться. Давай, давай, давай. Давай, малыш. Ты должен понижаться и ты должен... Отлично. Ты должен падать. Потому так. Что я поставил ниже 18 баксов, ё-моё. Это нормальная сумма. Ты это шо? Не 40, это 18. Давай, пока все отлично. Идет. Блин, ну не гони беса. Смотри, какой скачок в конце. В конце, реально. Ну... И... Да! 32. Хорошо. $86, а должны были 85. 85. Все, народ. 10 баксов. Видите, ничего. Дал другану, ставил как попало, сделали $10. Ставил на его бабках, выиграл я. Ну, нормально. Что говорить дальше? Все, так, уже 12 минут видео, что, заканчиваем? А, мы идем снимать деньги, да? Ну идем, снимем бабки в банк. Какой банк? Тут нельзя. Ты ж, тут на вебмане сначала. Значит, на вебмане снимем. Какая разница? Главное, что мы их снимем. Да. А где снять, это уже не важно. И Алимтрейд все четко выплачивает, это все круто. Короче, с вами был Рэпер Трейдер. Вот так вот мы только что поиграли в лотерею. С вами был мой кореш. Всем пока. Пока.